Тумсо, в Чечне шутят, говоря, лучше поставить лайк Тумсо, чем сделать это, когда речь идет о опасных делах. Хорошая шутка. Вы живете в Швеции и не волнуетесь? В Швеции 10 миллионов человек, а в Австралии 40 миллионов кенгуру. Если они вторгнутся в Швецию, вам придется сразиться с четырьмя кенгуру. Ну что, если придется, сразимся. Что поделаешь? Надо как-то отражать нападение. Томсо, будет ли у вас стрим по случаю трагедии 23 февраля? Нет, отдельный стрим в этот день я делать не буду. Об этом мы поговорим после, в следующем моем эфире. Через 2 дня, да, сегодня 21, через 2 дня будет 23. Это знаменательная, трагическая дата в истории нашего народа. Двух народов, чеченцев и ингушей, 23 февраля 44 года нас погрузили в товарные вагоны и выслали на смерть. Это был акт геноцида в отношении двух наших народов. Поэтому это очень важно помнить, не забывать, передавать потомкам, чтобы эта информация, она постоянно присутствовала, чтобы мы к ней возвращались и всегда помнили, что постигло наших отцов, дедов, и чего мы не хотим, чтобы повторилось с нами и с нашими потомками. Том, что ты говоришь, ФСБ сильная организация, как же так, что они 4 года пытались отравить Навального с его слов, но так и не смогли, неужели это для них такая проблема? Но это говорит о том, что деградация происходит в российских спецслужбах, но и недооценивать их тоже нельзя. Это, ФСБ это одна из самых таких передовых спецслужб мира, как бы там ни было. И, например, если бы им нужно было бы тупо там завалить Навального, расстрелять его, они бы с этим справились. Здесь проблема в том, что они хотели его аккуратно отравить, так чтобы не сильно на них подумали, да, и облажались. Поэтому в целом, конечно, это большой косяк российских спецслужб. Конечно, если сегодня провести соревнования среди спецслужб мира, Россия не войдет даже в топ-5, наверное, скорее всего. Но, тем не менее, это не делает их какими-то слабыми, чтобы мы сегодня недооценивали их. Они, ну, они могущественны в том плане, что если в вопросах уничтожения там нас, меня, к примеру, недооценивать их нельзя. Это нужно очень сильно, серьезно к этому относиться и очень сильно заботиться о своей безопасности. Это важно. Нельзя говорить, да, это там слабаки, они ничего не могут и так далее, они вон Навального не отравили, поэтому расслабьтесь свободно. Нет, друзья, не расслабляйтесь, будьте начеку. С Навальным не получилось, с вами может получиться. И есть немало тех, с кем получилось. Докка Умаров, этот журналист-активист из Кабардино-Балкарии, забыл его фамилию. Сколько таких случаев, которые не получились? Есть много того, что не получилось, но есть и то, что получилось. Поэтому недооценивать их нельзя. И самое главное, нужно понимать, что это абсолютно преступная организация. Сегодня из-за того, что Россия, в принципе, руководят преступники, их спецслужбы тоже превращаются в инструмент преступников. Поэтому они опасны. Надо как бы отдавать себе отчет. Томсо, по твоему мнению, можно ли мусульманину Ахлю Сунна валь Джамаа молиться в суфийской или шиитами рядом с суфиями и шиитами? И какие мечети в Чечне ты посещал в пятницу Джума? Мусульманину из числа Ахлю Сунна валь Джамаа можно молиться вместе с мусульманами. А пока эти люди, каким бы течением они ни относились, пока они находятся в лоне ислама, с ними вместе можно совершать молитву. А другой вопрос, если у тебя есть выбор, если у тебя есть, допустим, мечеть, где имамом является хороший, праведный брат из числа Ахлю Сунна валь Джамаа, и другая мечеть, где какой-нибудь заблудший суфий руководит, и, соответственно, там собираются в основном суфии, а там собираются мусульмане из числа Ахлю Сунна, то, конечно, ты при таком выборе ты идешь в мечеть Ахлю Сунна. Но если у тебя нет такого выбора, и если эти люди в этой мечети, этот имам, если они в исламе, если эти люди не вышедшие из ислама, то с ними молятся. И за имамом суфием молится, пока он в исламе. Если же он не в исламе, то ты не можешь с ним молиться. Твоя молитва будет недействительна. Так ведь каждый мусульман считает мусульман из других течений заблудшим. Заблудшим одно дело, а вышедшим из ислама это другое дело. Пока мусульманин является заблудшим, он еще мусульманин. С ним молятся, его исправляют. Но если он уже не мусульманин, то с ним не молятся. То есть не мусульманин не может совершать молитву. Это как бы... Столпы, 5 столпов ислама, они идут поочередно. И первый самый важный столб это шахада и это твой иман, да, то есть твоя вера. Если у тебя нет веры, если ты в принципе не веруешь, то ты не молишься. То есть дальше ничего из того, что ты делаешь,
не принимается, это все тщетно. Если у человека нет основы, если он не в исламе, то ни намаз, ни его закат, ни его пост, ни его хадж не принимается. Соответственно, если эти люди не мусульмане, то с ними не молятся. Мусульмане с ними не молятся. Хоть внешне они будут там делать что-то похожее на намаз, но если это не мусульмане, то с ними мусульмане не молятся. Как может быть молитва действительно, что ты такое говоришь, причем тут имам, ты молишься не ему. Совершенно верно, молишься не ему, но ты не можешь молиться за имамом, который не является мусульманином. В принципе, это то же самое, что пойти в церковь и встать молиться за священника. Это так не работает. Ты не имеешь просто на это права, твоя молитва не будет принята. Если ты знаешь, тебе известно, что он не мусульманин, то ты за ним не молишься. Если же тебе неизвестно, ты считаешь, что он мусульманин, то, конечно, ты за ним молишься. Но зная, имеется в виду, что это не мусульманин, ты за ним молиться не можешь. Но это все-таки религиозный обряд. Молитва – это обряд узаконенный, в который ты не можешь от себя ничего внести, ты не можешь от себя оттуда ничего убрать. Все это то, что вот один раз ниспослано и будет до судного дня, никак неизменно. И ты не можешь этот обряд совершать с тем, кто не в твоей религии. Потому что ты считаешь суфи шиитом своими братьями и сестрами. Нет, мусульмане не называют своими братьями и сестрами людей из заблудших групп или сект. Даже если они находятся в лоне ислама, все равно братьями и сестрами их не называют. Братьями и сестрами называют только ту часть мусульман, которые находятся на убеждениях Ахлюссунна вальджамаа. Таких людей называют братьями и сестрами. Любых из заблудших сект их называют именами их сект. То есть это суфии, это шииты, это там мутазилиты, мурджииты и так далее. Но братьями и сестрами их не называют. Томсо, как думаешь, смогут ли муфтият России или Чечни опровергнуть книги Мухаммада ибн Абдул-Вахаба? И почему его труды вносят в реестр запрещенной литературы? Там же нет призыва к насилию. Книги Мухаммада ибн Абдул-Вахаба на протяжении вот уже нескольких веков не могут опровергнуть. И как их сможет опровергнуть муфтият? Даже если весь этот мир сегодня, все муфтияты этого мира, заблудшие муфтияты этого мира, объединятся и попытаются их опровергнуть, у них ничего не получится, потому что труды Мухаммада ибн Абдул-Вахаба построены на Коране, на Сунне и на убеждениях, на понимании сподвижников и выдающихся имамов этой уммы. На его трудах сегодня преподают выдающиеся университеты исламские, вузы в этом мире. Поэтому Мухаммада ибн Абдул-Вахаба никто не сможет опровергнуть. Почему его книги вносятся в реестр? Ну, потому что в России любая истина сегодня запрещена. Тот, кто говорит правду, кто говорит истину, тот либо сидит в тюрьме, либо он эмигрирует, либо он умирает, погибает. Ну, а если это какие-то книги, то они просто вносятся в реестр. Салам алейкум. Ну, что скажешь про президента Таджикистана? То, что там один мешок муки стоит 2000 рублей, это справедливо. Алейкум ассалям. Я не знаю, что там по цене, справедливо или нет, но президент Таджикистана, я думаю, его справедливым назвать точно нельзя. Саламу алейкум, брат. Трехдневный, 40-дневный, трехмесячный дават популярен у нас. 3 месяца проживают в мечети чужой местности, в каждую дверь стучатся и призывают к исламу. Алейкум ассалям. Это, по-моему, таблиги, джамаат таблиг, так называется, это движение, секта. Они ставят вот эти какие-то сроки, и в эти сроки они там... Ну, это подобие вот свидетелей Иеговы, они что-то подобное делают. Это большое, кстати, движение, у них гнездо, так скажем, у них где-то в Индонезии или в Бангладеше, они там собираются, по-моему, ежегодно оттуда потом разъезжаются по всему миру. В общем, есть у них такая тема, но это, конечно, противоречит методологии Ахлюссунна. У нас нет такого. Не занимались подобным ни пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни сподвижники, да будет доволен ими Аллах, ни праведные предшественники, имамы этой уммы. У них не было вот этих каких-то дней, там, сроков, которые они что-то разъезжали, там. Такого не было, поэтому это, конечно, отклонение. Подобные вещи запретны. Видел твой пост в ТГ за то, что если человек ругает твоего пророка, ты можешь убить его без всяких судей. Ты сказал, что будьте осторожны в своих высказываниях, ни слова, что он больной фанатик. Я эти слова, о которых ты говоришь, я их нигде не постил. Я не знаю, откуда ты их взял. То, что этот парень сказал, я тоже уже не помню. Но в этом посте моем, который я выкладывал, там не было этих слов. Это в целом было напоминание людям, что прежде чем что-то сказать, нужно подумать. Есть какие-то священные тексты, которые, если ты их из контекста выдернешь, то они очень жесткие.
И поэтому, если ты даже приводишь, но священный текст не является экстремизмом, ты можешь его свободно цитировать, это не будет, в России, по крайней мере, это не будет считаться экстремизмом или призывом, потому что священные тексты внесены, они выведены вот из этого закона, то есть к ним нельзя применить тему призыва. Но если ты выдернешь из контекста и неправильно как-то скажешь, то это будет, ну, уголовно наказуемо. Поэтому мое предостережение было, чтобы люди, даже когда они цитируют какие-то тексты священные, чтобы они делали это осторожно, чтобы они не могли использовать против них. Томсон, можно вопрос? Лично ты ради Аллаха во благо ислама что сделал? Чистого сердца спрашивают, что ради Аллаха ты сделал? Нельзя вопрос такой, мага АМБ. Это некорректный вопрос, такой вопрос не задают. И как только я тебе начну сейчас здесь перечислять, то я потеряю все, что я сделал, все благо. Ты хочешь, чтобы я потерял это благо? Если я делал что-то ради Аллаха, то я надеюсь на воздаяние только от Него. Мне не нужно перед тобой хвастаться этими вещами. Поэтому не задавай подобные вопросы. Ты подобен этому Магомеду Хитанаеву, нечестивцу из окружения Кадырова, который спросил меня, когда они меня похитили. Он задал мне вопрос, сказал, постелил ли ты ковер хоть в одной мечети, хоть в одной молельной комнате. И это такая ситуация, когда ты, если ты говоришь, да, конечно, я постелил, и начинаешь перечислять адреса там, мечетей, молельных комнат, то получается, ты не ради Аллаха это делал. Глупец, просто он глупец. Заблудший глупец, который не понимает, что если что-то делается, то это делается ради Аллаха, а не для того, чтобы понтоваться этим перед Исламом Кадыровым и Магомедом Хитанаевым. В том, что в Коране есть аят, в котором говорится, что нужно бороться с неверным, так же, как они борются с мусульманами, с муслимами. Значит ли это, что мусульмане также должны вести себя нечестно против врага? Нет, когда ты цитируешь аяты Корана, то их нужно прям приводить правильную цитату, либо приводить смысловое какое-то значение. Там говорится, сражайтесь с ними так, как они сражаются с вами. Здесь очень важно, что речь идет о сражающихся с тобой, именно о войске, которое с тобой сражается. С ними нужно сражаться так, как они сражаются с тобой. Здесь имеется в виду война, боевые действия, какие-то ухищрения там, и так далее. Поэтому здесь, ну, уточни этот свой вопрос, что ты имел в виду про нечестность против врага. В войне не бывает честности, в войне бывает хитрость, она не считается нечестностью. Обмануть врага во время войны – это не нечестность, это хитрость. Это стратегия в борьбе, и это то, что необходимо делать во время войны. Ты обязан обманывать своего врага, перехитрить его. Если ты этого не сделаешь, ты не победишь. Война – это и есть хитрость. Здесь это неприменимо. Я имею в виду делать такую, обманывать, притворяться, намеренно вести в заблуждение врага. Почему именно враг на поле боя? Ведь злейшие враги – это политики, которые именно хитро сражаются против мусульман. Политики, они тоже являются частью войска. Я, конечно же, их тоже подразумеваю. Но я имею в виду, что граждане там, страны, мирные жители не являются врагами. Вот что важно. Потому что очень многие заблудшие группы применяют этот аят в оправдании применения насилия в отношении ни в чем не повинных людей, не сражающихся с тобой. Это неправильно. А политики, полиция, там, прокуратура и вообще любые силовые органы и структуры – сражающегося с тобой государства являются вражескими, разумеется. Они тоже туда подпадают. Томсо, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и Сауд ибн Абдул-Азиз вели войну против Османской империи, выиграли у суфистов и выгнали их из своих земель. Поэтому турки дали название ваххабизм. Это неправда. При Мухаммаде ибн Абдул-Вахабе не было никаких сражений с Османской империей. Наступление на Османскую империю и захват Мекки, Медины произошло уже после смерти Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Что здесь немножко ошибочка. Томсо, как ты относишься к натуральным шубам? Считаешь ли ты дозволенным или нет? Слушайте, дозволено или нет, это другой, конечно, вопрос. Это дозволено, понятно, что носить шкуры животных, вообще пользоваться там их шкурами в своих каких-то нуждах, это дозволено, в этом нет сомнений. Но отношение к каким-то вот этим, как их там, песцовым там, шубам, норковым шубам, оно, конечно, очень сильно поменялось после того, как я переехал в Европу. Здесь увидеть человека в шубе, это, ну, мягко говоря, очень странно. Здесь нет вот этих понтов у европейцев. Здесь люди не, вообще как-то не... Ну, важное уточнение, Европа тоже разная. Конечно, там где-то во Франции всякие кутюрье, мутюрье, там Дольче Габбана и прочее. В Италии, может быть, это тоже как-то будет модно. Но вот, например, в Швеции, в Польше это считается дурным тоном. Даже вот... просто как-то разодеться там в какие-нибудь брендовые шмотки,
и прийти в общество какое-нибудь там шведское, ну, на тебя посмотрят как напряженно, так, это несерьезно, тебе могут ничего не сказать, наоборот, могут сказать, типа, nice look, типа, хорошо выглядишь, но по их виду будет понятно, что им это не нравится, вот это вот выделение, какие-то бренды там, это здесь не принято, тем более шуба, если ты в шубе будешь, это вообще странно. Я думаю, что если у нас нормальный вот режим придет в нашей стране, мы тоже уйдем вот от этой роскоши, выпячивания там и прочее. Мы будем одеваться проще, выглядеть как-то проще, меньше на этом заморачиваться. Я не грузин, но грузины кавказцы, а где они живут, это не имеет значения. Ведь, допустим, кумыки тюрки, но живут на Кавказе, это не делает их кавказцами. Нет, ты заблуждаешься. Кумыки, они и кумыки, и карачаевцы, и балкарцы, они все являются тюркоязычными, но они все кавказцы. Просто есть на Кавказе есть кавказские языки, так они как-то иначе называются научно, я забыл, как это называется. Ну, короче, некая семья языков, которая считается кавказской. Есть тюркские языки, но это не делает их не кавказскими, не кавказцами. Они являются кавказцами. Тем более, когда сегодня уже имеется возможность проводить ДНК-тесты, то мы вообще видим, что все мы очень родственные и близки, особенно кумыки и чеченцы, там вообще по ДНК у нас где-то там через сколько-то там поколений мы даже находим, что мы являемся родственниками, поэтому это все чушь, там, что они язык не такой, поэтому там они не кавказцы, все кавказцы. Ассаламу алейкум, привет из Караганды. Тумсо, брат, расскажи какую-нибудь историю, любую, я тебя всегда смотрю и слушаю. Алейкум ассалам, Алмаз Абикенов. Расскажу тебе историю про мое посещение Караганды. Ехали мы, значит, проездом через Караганду, и на выезде из Караганды нас оштрафовал мент, тупо снял с нас деньги. Просто так. Вот такая вот невеселая история у меня, связанная с Карагандой. Да и вообще с Казахстаном, именно с полицией или милицией, как она там у вас. История, связанная с ними, с казахскими этими ментами, ну это просто жесть. Они какие-то изголодавшиеся хапуги, крохоборы. Я не представляю, как вы там с ними вообще живете. Салам алейкум, брат. Как ты думаешь, если РФ нападет на Казахстан, учитывая последние новости, Кадыров пойдет на вторую родину войной ради Путина? Ва алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату, Казахстан, Казахстан. Ты сомневаешься в этом? Конечно, пойдет. Он с такой кровожадностью будет убивать казахов ради Путина, с какой он убивает чеченцев ради Путина. Почему вы сомневаетесь в этом? Человек, который убивает свой народ ради Путина, ради России, какой народ он пожалеет, как вы думаете, что его остановит? Когда Турция сбила российский самолет, Кадыров был одним из первых, кто выступил с критикой в адрес Турции и начал упрекать их, что никогда они там ничего не делали для чеченцев и так далее. Потом, когда Путин с Эрдоганом помирился, Кадыров одним из первых начал вылизывать Турцию, приглашать их актеров, сам там посещать их фильмы, смотреть там и так далее, съемочные площадки. Ну, вот это такой человек. Фатишка. Томсо, какой же мерзкий смех у Ромки. Видно, что у человека психическое расстройство. Он-то думает, что у него брутальный смех, как у Баратиона из «Игры престолов», а на деле сельский колхоз. Это не психическое расстройство. Оно у него, может, тоже присутствует, но вот этот вот смех, там, это его выходки, это не следствие психического расстройства, это следствие неразвитости, тупости, если грубо сказать, но это тупость, когда человек, я вот как-то, помните, объяснял разницу между дураком и тупым. Вот эта вот тупость, когда ты достиг какого-то вот... Разум уже не имеет как бы, границ, ну, по крайней мере, в этой земном понимании. Мы, конечно, не в силах постичь там каких-то чего-то более высокого, божественности и так далее, но в земных масштабах он как бы безграничен, развивается. Мозг тупого человека, он куда-то упирается, и все, дальше у него нет. И даже желания он не имеет что-то познавать. Поэтому вот этот его смех, его выходки, его тон его разговора, его походка, все это следствие не психического расстройства, а именно недоразвитости, тупости. Тумсо, как ты думаешь, если вдруг не станет Кадырова, как будут развиваться события? Поставит Кремль своего русского или будет борьба за власть? И будет ли и дальше развиваться тема с силой? Слушай, очень сложный это вопрос, ведь все зависит от того, какой будет вообще сценарий смены власти в России, то есть что мы подразумеваем под
под не станет Кадырова. Что мы имеем в виду? Просто он умер или что? Или его сняли с должности? А если сняли, то почему? Кто его снял? Путин или новая власть пришла? Здесь все будет от этого зависеть. Том, что ты не преподаешь чеченский язык онлайн? Нет, я не преподаю. Сегодня я получил такой пакет, языковой пакет в Телеграме. Есть в Телеграме есть чеченский язык. Какие-то разработчики, энтузиасты, по всей видимости, они создали, значит, этот пакет. И где он у меня? На втором, по-моему, телефоне. Я его установил, обрадовался. Там, ну, ребята попросили поддержки информационные, там, репосты. В общем, я поставил, для начала решил сам посмотреть. Ну, все на чеченском языке сразу же мы видим здесь хрицам, на кириллице. То есть буквы идут кириллицы, но язык чеченский. И вот когда, допустим, приходит голосовое сообщение, здесь на чеченском языке «Озен», «Костхам», там «Нисдарш», «Зайнаш», «Церш», все вроде бы нормально, но меня вот смутило, там, где чаты, почему-то написано «Чукереш». Это, я не знаю, это ошибка, или они решили таким образом назвать чаты. Откуда взялось это слово «Чукереш», я не понял. Я написал человеку, кто мне это прислал, что за «Чукереш», но он мне ничего не ответил. Поэтому, если меня смотрят разработчики этого языкового пакета для Телеграма, объясните, пожалуйста, что это за чукереш. Если это ошибка, то исправьте ее. Если это такое какое-то древнее слово, которое переводится как чаты, то ну, объясните это. И если же это какое-то новое слово, которое придумал конкретный человек, там, автор этого пакета языкового, или, может быть, какой-то там поэт наш, может быть, даже уважаемый человек, то ну, это не пройдет, это не принимается, никто не может от себя лично там придумывать слова. Поэтому, если это все-таки как бы придуманное кем-то слово, а не ошибка, то, пожалуйста, уберите его, давайте не будем издеваться над нашим языком. Те слова, которые являются как бы международными, давайте не будем на эти слова придумывать что-то свое, а будем использовать международные слова. То это как-то смешно выглядит. Вот в Польше, кстати, есть, у поляков есть такая особенность, они любят на каждое международное слово придумывать свое. Поэтому у них Нью-Йорк – это новый Йорк. А футбол – это у них там какая-то пивка, бувка. Вообще вот на каждое слово – футбол, волейбол, баскетбол – у них какое-то свое название, они придумали слово. И пилот, допустим. Пилот во всем мире – это пилот. Это международное слово, понимаете, в английском, там, в русском, в любом европейском – это пилот. Они придумали какое-то свое слово. Ну ладно, это дело их, но это выглядит очень как-то неправильно и тяжело. Поэтому я за то, чтобы мы не издевались над языком, давайте международные какие-то слова уже принятые, такие как интернет, допустим, мы оставим интернет, не будем придумывать свое слово этому интернету. И поэтому, если чукереш – это не ошибка, то давайте с этим вопросом как-то исправим эти чукереш. В целом, мне очень нравится сама идея, я готов ее поддержать. В общем, прошу понимания. سأمحو رجس السيول انتظريني.